Турнир дворовых команд для ребят 2006 года рождения и младше организовали в нашем городском округе под названием «Воскресенский дворовый футбол». Заявлено 10 команд, которые все лето будут сражаться на зеленых полях Воскресенска. В начале июня турнир стартовал матчем CSAK и GVT на поле микрорайона фетровой фабрики. Турнир родился благодаря большому фанату футбола Александру Иванову. Это турнир дворовых команд, который, можно сказать, организовался спонтанно, потому что в прошлом году увидел, ребята бегают во дворах, играют, собираются, и решили совместными усилиями сделать для них такой вот турнир. Команды подобрались достаточно неплохие, ребята все играющие, кто-то играет и на область, кто-то играет в Воскресенском районе, кто-то в других районах, то есть хорошие перспективные игроки, поэтому, я думаю, уровень турнира будет достаточно интересным. Проводить подобные турниры на регулярной основе. Чтобы ребята развивались, мы хотим развивать в первую очередь. Вот, поэтому и делаем для них игровые дни, подготавливаем поле и хотим развивать, чтобы ребята не только у нас в Воскресенске играли на наш район, да, но и на Московскую область и дальше могли двигаться. Для них это в первую очередь интересно, чтобы у них был хороший газон, судейство. И, наверное, круглый мяч, а поле все решит. В организации оказывает и Сергей Беляев, который известен прежде всего как арбитр континентальной хоккейной лиги и в 2022 году был признан лучшим судьей лиги. Сергей рассказывает о перспективах турнира. Ну, это турнир дворовых команд 8 на 8. Мы хотим его сделать, чтобы он действовал из года в год и чтобы кубок был переходящим, чтобы было есть, когда ребята вырастут, вспомнить, что их фамилии нанесены на кубке. Кубок в дальнейшей перспективе будет играться и в других городах. Лучшая команда Воскресенского района и ребята из этих команд, кто лучший, поедут за сборную дворовых команд представлять Воскресенский район. Ну а все желающие могут следить за ходом соревнований и расписанием матчей на странице Воскресенского дворового футбола ВКонтакте vk.com/vsklf или просто Воскресенский дворовый футбол. Денис Снитков, Артемий Максимов, новости из Кровект.